Третий урок по Stable Diffusion, и сегодня продолжим разговор об интерфейсе и о параметрах, по поводу которых существует множество различных легенд. А именно количество шагов, sampling steps и CFG scale. Ну, не о чем-то еще. А именно вначале поговорим о сэмплере. Математическая функция, задающая правила обработки входного шума и бла-бла-бла. В практической плоскости влияет на скорость генерации и стилистику изображений. В данном случае DPM Keras выдаст более эпическую картинку, но это не значит, что он лучше. Просто он лучше именно в этом случае. Самый быстрый из сэмплеров Euler A, в принципе, большую часть можно генерить на нем. Особенно если дело касается максимально реалистичных изображений. Я использую в основном Euler A, DPM 2+, 2M Keras и DPM 2+, SDE Keras. Но тут все естественно, индивидуально и максимально непрогнозируемо. Если хотите узнать нюансы, вступайте в нашу группу по Stable Diffusion в Telegram, ссылка в описании. Так, количество шагов. Владельцы дорогих карт, конечно же, ставят большое количество шагов, поскольку это сильно влияет на скорость генерации, но при этом это слабо влияет на качество. Поскольку это не связано, собственно, с качеством изображения, а связано с тем, как нейросеть анализирует ваш запрос. 22-25 – среднее и нормальное значение. Можно предположить, а все, что мы сейчас знаем о генерации в Stable Diffusion, мы знаем на уровне предположений, что с повышением разрешения нужно увеличивать количество шагов. Ну, с разрешением понятно, я думаю, ширина, высота, и можно менять их местами. Так вот, природа не терпит пустоты, а Stable Diffusion учился у природы, и с повышением разрешения он попытается чем-то заполнить пустоты. Если сильно повысить разрешение, пойдут артефакты, типа 2-3 голов и так далее. Вообще это важный параметр в генерации. Ну вот в случае увеличения разрешения можно повысить количество шагов, есть шанс, что будет лучше, но не стопроцентный. Ниже 15 sampling steps лучше не ставить. Пойдет арт, хотя если вам нужен арт, можно ставить хоть 5. Ну и больше 40 тоже можно не ставить, я больше 40, по-моему, не ставил никогда. Ну только для эксперимента, эксперимент меня не вдохновил. Разницы не было, а иногда было хуже. CFG Scale. Тоже параметр, обросший легендами, но определение типа «степень соответствия промпту» меня не удовлетворяет, поскольку повысив CFG Scale, например, до 30, мы вроде должны добиться максимального соответствия запросу, но вот это явно не то, что мы хотели получить от промпта. И это, согласитесь, тоже. Если выставить 90, там будут одни сплошные бесформенные фигуры, но очень яркие цветные фигуры. Существует версия, что при увеличении разрешения нужно увеличивать CFG Scale. Не знаю, я скорее склоняюсь к этой версии, но больше 13 CFG Scale все равно никогда не выставлял. Понижение CFG Scale приведет к потере цвета, и также существует версия, к которой я также склоняюсь, что это даст нейросети больше свободы, а она начнет творить. Вот такой вот импрессионизм получается. Очень миленько, кстати. А цвет потом можно на цветокоррекции поднять. Такие штуки я периодически пользую, хотя ниже 2 получается порой совсем странный результат. Но иногда удовлетворительный. Это мне, честно говоря, нравится. Говорят, что 7,5 – идеальное значение для того, чтобы получить результат, максимально соответствующий промпту. Резюмирую. По меньшей мере можно запомнить такую дихотомию. Меньше CFG Scale – блеклое изображение, больше цветное. Еще внутренне я себе говорю иногда, добавим арта CFG Scale на 3. Арт также можно получить, понизив количество шагов. И тоже порой бывает очень забавный результат, но скорее связанный не с творческим потенциалом нейросети, а с тем, что она бегло ознакомилась с промптом и сделала, что называется, как услышала. Эдакий ленивый дизайнер, у которого в одном ухе играет аквариум, а вторым он слушает заказчика. Далее у нас есть закладка экстра. Сюда мы вообще не будем заглядывать. Скрипты тоже, наверное, не будем разбирать, ну разве что потом. Тут интересная штука XYZ-плот. И сид – семя, зерно, соль. Ну как бы центр генерации, основа. Числовое значение есть у каждой новой генерации, и это, конечно, тоже выносит мозг. Потому что, зная сид, вы можете сделать точную копию любого изображения, которое сгенерировал любой пользователь Stable Diffusion на своем домашнем компьютере. А значит, алгоритм как бы заранее знает, что он сгенерит в будущем. Ваши компьютеры не связаны, вы установили Stable Diffusion и получили тот же результат, что получил какой-то человек на другом конце Земли.
Но об этом подробнее мы поговорим в следующем уроке. А еще про это я очень хочу стрим с кем-то, кто понимает, как работает нейросеть. Так что следите за анонсами, а если вы смотрите этот урок из будущего, то загляните в описание, там будет ссылка. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу по Stable Diffusion в Telegram и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, и теплица социальных технологий. Thank you.